Влад, прием. ГБ поставь, Гильдбанк. Спасибо. Паш, на Павла выхожу на поезд. Да. Паш, а я могу на пинке быть или заходить? Сейчас, наверное, на пинке пока можешь посидеть. Ну, если что, я здесь. Сейчас, заходи. А за каким ты поясом заходишь? За лапу. Шлак, там есть на скорость 3. На ретрика. А, на ретрика. Так, давай, холибал, блядь. Лаки, человек, Валорант. Но у меня на технологию с аммонием. Там у нас трэш. Пи-пи-пи. Вон, WhatsApp плюс аммонит. Я думаю, нет. Наверное. Сейчас посмотрим. Думаю, скорее всего, свободно. А, если Ваня не забирал, то я просто не... А что тебе вообще осталось, Ваня, на танках? Давайте шкаф с амонием погнали быстрее. Шкаф есть. Шкаф есть, все отлично. С амонием WhatsApp, с амонием. Но у меня на технологии. И вот эту вот розовую херню, на которую копу зашел.
Дайте сумму, а что трэш? Нельзя применить КТЦ. Четвертая ката. Как там дела? Не, ну ты правда, ты, наверное, ты не Дима, ты Вася. Может, ты Лёш? Фамилия Пупкин. Постоянно. Или Олег. Олег-то чё? Так, всё чистим дальше. Я на минуту сейчас вернусь. Олежа. Вася Пупкин. Помянем. На ЗС добирает. Мы с Лёвой как-то ходили, по-моему, с ним. Разве это с ним? Это с этим утером, А, утерин, точно, блядь. Но они один в один. Будем честны. Чё ты хихикаешь? Нет, там и по стилю их, и как сам человек, просто один в один, блядь. С пугами по-другому никак. Ну да. На самом деле. Это не мод, когда сберет взял человека с тайна. Там еще пофиг. Там фулрейд тебя фулрейд. Запы на танк упали, нет? Нет. Морлок, там даже дело не... Человек просто не доигрывает абсолютно. Отмазывается тем, что лагает. Не агрит. Ну так... На, я... Сука. Бесик, блять, опять очередной бесик и ёбаные тотемы. Залить. Эти бесик от Т4-1.
Хотя горчу у нас, по-моему, нет, Т4 демона. Чего? Я говорю, найди Т4 демона. Тимур. Схуярил он Т4, когда там есть Т5. Там Т4. Открой и посмотри. Ага, кто-то жопит воронки на открытие, я понял. Бесики от Т4 это плохо. Тем... Нормально, чем бесики лучше. Нет, твоего зиг-зуба хватает. Тасси хуже. Да, по-моему, у вас одинаково хуёвые деньги. Что твой, что Тасси? Тасси хуже, например. Да, я задумал. Тассин песик максимум на одного босса больше спулил. Ну, на двух, крайне. Как постоянно хуй, чем? Ну, в отличие от Мурлока и Бесика, Тассин Бесик это делает, знаешь, просто подряд, нахуй, на одном и том же. Бесик справляется. Он, наверное, искусственный интеллект. Я нажму на микрофон и наслаждайся. Завидуй. Магу. Слышишь? Технология снеги, субкубик, баскопата. Где белка? Я музыку включал, а... Меня не резнули, я встала. Дала ранее покупать. Бой был, мы не могли резнуть. Вести голды сами. Если бы там уже по 50, они валяют. Кольчужный пояс, нафиг. Чисто на шаманчиков, нормально. Дрит шаманов одевать вообще легко, наверное.
пошарьте там меня немножко. И 16 человек, да? Что вы хитрый стали? Чё, никто не дёрнулся, блядь? Пожарь. Не, ну блин, это не работает, сори. Матрас загоняет, что-то не было. Нихуя интересного.
ты сразу шарь вниз, топай потихоньку. Мурлок. Там ОЕшка немножко сделана. Мурлок, я в коте. Ой, давай. Пор у меня и... Хочешь чересчур там покажется? Где бревно Патологи пишешь? Да. А мурло. Можешь, Саня, только нерфи. Через форму пишет, что типа слабые действия. Ой, ёбаное оповещение ДБМа, что ли, было еще на 6 минут ему пройти. Да, я же тебе говорил, от спама ПМ вешается мур. Так я же отключал это говно, только я не помню, где оно вообще. Так это от того, что тебе спамят, Паш. Нет, потому что он... А как ты отключить? Нет, от того, что не ты спамишь, а тебе спамят. Мне этот вот змеиное святилище на власти на Вайше что-то в ПМ заспамили, а потом писать 10 минут. Я говорю, тебе спамят, когда, да, блядь, ты ловишь мут. Как это отрубить-то? Давайте все Саню заспамим. Это нужно, чтобы ребята вот выключили галочку в своем ДБМ и все. Ну там что-то оповещать шепотом, блядь, союзника какая-то такая. А, это, кстати, был где-то предупреждение для рейда, что ли? Мурлок, го, Саню заспамим. Сейчас заспавим, я отключу только. В стройках есть. Не от одного человека, а от разных маков. Ну так мы с ним сейчас вдвоем захуячим. Вам только дадут мут, а не ему. Ребят, присоединяйтесь. Так, знаете, где это говно? Раз, два, три. Тайное предупреждение. Ну или куда-то вообще. Также, когда Монг, допустим, начинает собирать голдран, он кидает в ОФГ объявление, ну пишет в ОФГ, ему начинает много людей отписываться, он ловит. Вот на ком был мне посмотрите, я писал или нет? Вот нет, почему. Нюхач, я знаю, точно спамит. Сейчас скажу, кто писал. Вот мне писали. Я отключил, это глобальное отключение и фильтр настройки. Глобальное отключение и фильтр? А там что? Не пока. Do not там.
Погоди, тормозни. Или ставь вниз. Do not send chat position. Мурлок. Да я у Мурлока спрашиваю. Вот мне на русском. Я не знаю, у меня все галочки убраны. Поэтому, скорее всего, я помню, что я выбирал галочку, не помню. Поэтому да. Там вроде две галочки. Не отправлять в чат. Вот. А ты уверен, что именно здесь? Ну, я вроде отрубал. Я не знаю, я вроде никому не писал. Тебе а кто-то писал? Нет. Кто выносил? По идее, можно по боссам как-то тоже пройтись, но не каждый же босс. Это где настройки, общие спам-фильтры. Ну, такого тут нет прямо. Там убрать галочку, не объявлять или... У нас же другой ДБМ. А, понял. Банк, нигде просто нет. Откройте настройки ДБМа, общие сообщения. А внизу галочка «Включить автоответ в бою». Уберите ее. Все. Это разве оно? Это не оно, это когда ДПМ пишет. Когда тебе в ПМ пишут, кто-то ты отвечаешь тебе. Ну, когда тебе в ПМ пишут, ты отвечаешь, что ты в бою с боссом так-так-так. Или да. Мы о другом. Нет, все правильно. А, из-за этого идет прям. Как вот, блокировка из-за этого идет. Ну да, блокировка из-за этого. То есть, ладно. Вот эта хуйня и то, что ты спамишь в ПМ, вот эти вот две вещи, если включены одновременно, то идет блокировка. Почему? Потому что, получается, тебе спамят, ты отвечаешь, то, что ты не можешь ответить, типа ты в бою с боссом, на то, что тебе спамят. Получается такая хуйня. Кто выносил сейчас гнев? Я выносил. Тебе приходило от меня совсем? Я выносил, ни от кого не приходил. Я сейчас у Дерби спросил. Я у тебя уже спросил, Мурлок, ты не... Да вроде нет. Ну, значит, новый ДБМ, блядь, не выёбывает. Я вот сейчас первый самый выносил на прошлом боссе. Никто мне ничего не прислал. Так, ладно, сейчас. А недели 2-3 назад, блядь, может, месяц назад, на ласте, на вайше, вот эта хуйня кидается на тебя, где надо одному стоять, блядь. Тогда еще все писали мне в ПМ. Так, там что-то есть на танка, вообще? Да, тут плащ. Спина. Че тут лифт? Тут лифт, говорю, выносил, по-моему. О. Не знаю, остался мне честь. Лайер выносил. Так, ладно, значит, акнология и... Давай, акнология и кибердевка. Дал, поставьте им порт. Этого кренделя надо будет присамонить, сейчас второму напишу. Паш, с тебя два знака или Дари. Кстати, у меня вопрос еще есть по поводу знаков вот этих. Там почему-то три вида разных. Почему они отличаются? Вроде написано везде одинаковые, но три... Дают больше мозгов. Тебе это не поможет, Ну, Тим, не сегодня, потому что там 50 козов руда дают. Твины, это твины. Так, лопата шаря воет. Знаешь, все как обычно.
Поехали, Арчи, на пол. А у Поли хотел у Сильки в ХБ, что ли? У него не всегда в ХП, он экономит. 50 голды экономит? Да. Чё, Сань? Мои люди без них не могут. Которые варовские? Ну, товарищ, который на замене чилит. Локовский? Я их продал, Сань. Посмотрим, хватит ли у вас смелости выступить против Светокрада Таладрона. Готовьтесь! Если не вот этот пересвап токенов, то ну, выглядело бы типа, немножко по-другому атака. Ну, пусть Антимору придется еще одно ПД подождать. Кровавого молота не устоит никто. Узрите лорда Сангвинара. Кротца! Я что-то сейчас Паша с Поликом переписывался. Напомнишь мне потом на Аларе. Пусть Тася спекает своих ребяток, которым она в спеке собрала. Я хочу посмотреть, как они будут. Кого? Там, думаешь, есть танки собраны? Да, да, там есть фуловые ДД, ДД спеки с фетишами, блять. Вот, ДД они еще до поспекают. Та, мейны танки с фуловыми ДД спеками. Фуловыми. Я ну, хочу так посмотреть, как они будут играть. Она на Коку пиздела, что именно он лужи разливал. Чё-то хуй знает. Я тебе не про это, я тебе к тому, что на кого ты будешь ставить танчи тогда. Себя. Ну, не я буду спекаться в ДД, а сам потанчу. А они пусть подамажат. Лучше я считаю. Ну как скажете. Перенаправление шеревра. На стейтиса. Ого. Чё на поле лет шарит? Крабсы. Оба. Лук забери. Только глиттер. Он Войда стреляет просто возле вас тут. И теперь в тебя, да. Собрали. Вставай.
недооценил вас. Было бы несправедливо заставлять вас драться с четырьмя советниками сразу. Марина. Лёха. Шерлок. Эма. Блин, на файер. О, уже как бы уже нахуй не надо. Вовремя. А у нас вообще файер уже стоял? Не было. То есть 5 бесполезных паладинов, понятно. Я пихем 5, я не вспомнился. А два ретрика, наверное, с одинаковой аурой просто бегают. А у обоих ретри аура. Все без канала. Впереди еще много опасностей. Гера где? Паш, WhatsApp стань левее, а? Я и так слил, блядь. Сань. Секунд, МК. Контроль. Смирение животных, дайте по животному. Просто гоняй моим танком, блять, по всей арене. Били. МК. 5 секунд. Разбаньте дерево. Маз диспел туда. Кто забаньте, кто разбаньте.
Под тексты улетел? О, да. Он испарился. Полин. Чисто упал, рвачай. Да, просто привет, качество текстур, Сириус. Просто упал. Пидное дерево. Как бы Берн ничего не получится. Ебать, он умер. А нет, это жив. Да, от падения. Полик, обнови частицу твоего вару. Блять, вот там так и будете в куче стоять. Саня, живи, блядь. Падение. Хорош. Тихо, вулкан Мурлок. Молодцы. Луч при падении. Луч при падении. Может, падение высоко было тем, не? Нет, луч долбанул. Падение 5 карты. Я потом инфу о смерти отдал. Тебя толку, как от ребенка. Еще нет. Лови, Тимон. Вам не победить. Хапалов нету, а Лёхи есть. Странно.
причем заливали только в хэпал. Чего, ты имер, что ли? И Феникс. Извольте портал, да. Сумонь прилетит. Один разбойник шаман. И ворон прилетит.